Воспитанник Самарского дома-интерната Владислав Сайфов практически всю жизнь провел в инвалидном кресле. Однако поражение опорно-двигательного аппарата не помешало молодому человеку стать членом сборной Самарской области по бочче. Сейчас он выступает за свою команду на всероссийских детско-юношеских соревнованиях в этом виде спорта. Мне этот вид спорта, то, что нравится, он меня вдохновляет. И заставляет идти вперед, только вперед. Никогда не нужно сдаваться, даже если проиграешь. Вот. Нужно верить только в свои силы. Всероссийские детско-юношеские соревнования по бочче для людей с поражением опорно-двигательного аппарата проводятся впервые. Площадка для проведения турнира была выбрана Самара. Это не просто мячи кидать, то есть это вид спорта, который подразумевает общую физическую подготовку и развитие интеллектуальное. Да? Поэтому он сейчас прогрессивно развивается, в том числе и в нашем субъекте. Мы уже проводим первенство города, чемпионат первенства области и вот уже вышли на уровень всероссийских соревнований. Мы ежегодно организовываем муниципальные соревнования по бочче и другим соревнованиям среди инвалидов. Поэтому то, что на всероссийском уровне доверили право проведения в Самаре, наверное, это хорошо и будет способствовать тому, чтобы и в дальнейшем в нашем городе были проведены другие соревнования по другим видам спорта. Бочча – паралимпийский вид спорта. Это игра с мячом на точность, близкая к боулингу. Она уходит своими корнями в античные игры, которые были распространены в Римской империи. В бочче играют на полу или на асфальте. Смысл заключается в том, чтобы как можно больше шаров, либо синих, либо красных, оказалось к белому шару. У кого больше шаров синих, либо красных находится возле белого, чем ближе они находятся, тем тот игрок считается победившим. Всего в турнире, который проходит на площадке спортивного центра «Грация», участвуют 40 спортсменов из 8 регионов России. Независимо от того, какое место займет каждый из них, все увезут домой памятные подарки – подушки, пледы и бутылочки для спортивных напитков. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События.